Всем привет-привет, дорогие мои! Сегодня я готовлю очень вкусный витаминный салат. И для этого салата нам понадобятся такие продукты. Один небольшой вилок красной капусты, лук красный, небольшая головка, немного свежего зеленого лука и небольшая красная паприка. Посмотрите, я уже все, дорогие друзья, приготовила. Так как у меня вот такая есть терка, шинковка для овощей, я ей воспользовалась и все овощи натерла на ней. Хочу вам, дорогие друзья, заметить, что капуста красная, она жестковатая, поэтому нужно ее резать или натирать очень тоненько. Обязательно, конечно, воспользуйтесь перчатками, чтобы ваши красивые ручки не покрасились. Итак, дорогие друзья, приступим к приготовлению. То есть здесь у меня соль, я ее сюда высыпаю, и сахар, небольшая, неполная чайная ложечка сахара. То есть сейчас капусту я вот так немножечко приминаю. Для чего я добавляю сахар? Чтобы капуста наша пустила сок и стала немножко помягче. Капусту я хорошо помяла. Посмотрите, видите, как я тоненько нашинковала. Она у меня такая вся хорошая, нежная уже получилась. И сейчас я сюда буду добавлять красную паприку. Немножко лук свежий и красный. Лук я красный не мариную, так как он не острый, а мягкий. То есть у него нежный вкус. Сейчас мы будем делать нашу заправку. Итак, в чашу я добавляю сок лимона 2 столовые ложечки, 2 столовые ложечки оливкового масла. Сразу же добавляю сюда немного перца, перчим по вкусу. Солить я буду тоже, ну, немножко, потому что я посолила уже капусту. И, конечно же, сюда нам нужно добавить один зубчик чеснока. Но это тоже добавляйте по вкусу, по своему желанию. Я его выдавливаю через чеснокодавку. И теперь наш соус перемешиваем. Если вы любите, чтобы масло было в салате побольше, то добавляйте масло оливковое побольше. Ну, соответственно, и сок лимона тогда тоже можно побольше добавить. Итак, заправляем наш салат. Заправляем салат и даем, и перемешиваем его, конечно же, хорошо. Салат я обычно перемешиваю, такой салат я перемешиваю двумя вилками, то есть снизу вверх. Итак, салат мой настоялся, я его открываю, сейчас мы будем пробовать. Посмотрите, какой он красивый получился, сочный. Заправки здесь предостаточно. Салат наш готов. Я его попробовала. Какой он вкусный. У него просто божественный вкус. Мне очень понравилась. Заправочка такая вкусная. Дорогие друзья, пробуйте, экспериментируйте. Кто любит салаты, кто любит овощи. Это очень простой и в то же время очень вкусный, полезный и сытный салат. Дорогие друзья, я желаю вам приятного аппетита. Заходите ко мне в гости, подписывайтесь. Я всегда вам рада и всегда отвечу взаимностью. Всем пока!